мы получили 6 значимых микроэффектов, 4 положительных и 2 отрицательных. Рассмотрим первый из них. Как вы можете вспомнить, посмотрев мои видеорекомендации, мы должны достроить данный микроэффект до полного микроэффекта. А полный микроэффект характеризуется составляющими, которые присутствуют в контрольном профиле. Контрольный профиль заключен в виде константы в данной таблице. Чтобы иметь его перед глазами, я вставляю его сюда вместо констант. Вот контрольный профиль. Таким образом, отличие этого микроэффекта от контрольного профиля только в том, что протестный потенциал здесь наименьший. Первая категория. В контрольном профиле выраженный протестный потенциал. Таким образом, получается, что при наличии вот этих характеристик высшая ступень социального положения и средняя удовлетворенность жизнью гораздо выше вероятность в 3,29 раза или на 229%, что у респондента будет не четвертый уровень, то есть не выраженный уровень протестного потенциала, а наоборот первая категория протестного потенциала, то есть наименьший уровень протестного потенциала. Итак, для вот таких характеристик более характерно, то есть в 3,29 раза, характерно нижняя, наименьшая ступень протестного потенциала. Рассмотрим сразу вот эти три характеристики, поскольку они дают примерно одинаковое увеличение вероятности, хотя и различные, но направление одинаковое. В несколько раз. От 3,86 до 5,86. Опять же, сравнение происходит с контрольным профилем. И таким образом мы можем утверждать, что гораздо выше вероятность того, что у респондента четвертая выраженная категория протестного потенциала при вот таких характеристиках социальной лестницы, нежели при такой характеристике. То есть гораздо выше вероятность при 3, 4, 5 ступени социальной лестницы, а не 8, то есть наивысшей. Аналогичным образом интерпретируются остальные эффекты.